Друзья, при начале просмотра видео попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании под роликом. Заходите и смотрите свежие новости. Траурная весть, друзья, сегодня сбила с ног всю Россию. Заплакали фанаты и поклонники российского певца Родиона Газманова. Сегодня в одном из крупных телеграм-каналов сообщили ужасную новость. Там говорится, что утром сегодняшнего дня на своем спортивном мотоцикле разбился российский певец Родион Газманов. Уже несколько интернет-сайтов о новостях опубликовали эту ужасную новость. Фейк это или реальность, мы пока не знаем. Но мы следим за развитием событий. Давайте, друзья, поддержим Родиона Газманова. Будем надеяться, что эта новость является только слухом в мире шоу-бизнеса. Мы обзвонили друзей и знакомых певца, но пока никто ничего подтвердить нам не может. Наши корреспонденты, как только что-то узнают, сразу же сообщат об этом вам на нашем YouTube-канале, друзья. Поэтому подпишитесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который выйдет на нашем канале. Будьте всегда с нами, держитесь за нас, а мы будем радовать вас свежими новостями.